Запись пошла уже, Вань? Да. Привет. Итак, всем привет. Вот девиз, наверное, этих нескольких дней – через жопу. Я, если честно, до конца не совсем понимаю, где я нахожусь. Все очень тяжело. Тяжелее, чем, наверное, я себе это представляла. В несколько раз. Поразительное количество стресса. Наверное, я так много никогда не испытывал, потому что, ну, вот чувство, когда ты совсем не знаешь, что делать дальше. Нас опрокинули с квартирой. Было немножко обидно. Просто пипец, как тяжело. Но я не сдаюсь. Возможно, завтра или через 4 дня, или еще когда-нибудь, но точно не сегодня. Сегодня я не сдаюсь. Мне 20 лет. И я рад, что мне 20 лет. Я могу позволить себе и понимаю отчетливо, что я могу своими двумя ногами и своими мозгами забросить себя настолько далеко и прочувствовать весь кайф от этого. Как много времени, усилий, денег мы тратим на ненужные вещи, чтобы почувствовать себя счастливее, потому что другие вещи тебя не осчастливливают. Я не верил, что мы сможем подняться к нему. Но в итоге мы смогли, мы сделали это. И сегодня я чувствую себя уверенней в том, что я могу преодолеть многое. Если не все, то многое. Пока мы поднимались, наверное, это была одна из самых трудных задач в моей жизни за все последнее время. Подобные вещи нужно устраивать себе и понимать, что ты как бы всего лишь какой-то муравейчик среди вот этого поля. Я не особо переживала, потому что мне как-то казалось очевидным то, что мы, ну, конечно, мы перейдем. А что, как может быть иначе? Это здорово. Это очень здорово. Когда ты стоишь на день с природой, то человек абсолютно незначим. Со временем тебе это кажется уже такой обыденностью. Проснулся среди гор, лег спать посреди гор. Покажу немножечко то, что вокруг. Немножечко покажу. Вот на что я смотрю, когда записываю дневник. Вот так вот это выглядит. Небо прекрасное, вот тут вот. Просто все сейчас с вот таким вот северным закатом горит.